я так понимаю, что Лео Месси у мяча. И мяч в ворота. Герак играл в воротах, вообще ни разу не проигрывал. Ну, сколько он матчей играл? Полтора? И сколько матчей играли в Мишин? Ситуация тоже, в общем, вопрос. Барселона атакует матч с Аяксом 1-0. Она ведет в нескольких атаках, но не нужно сегодня...